пять, кто-нибудь со мной играть. Раз, два, три, четыре, пять, кто-нибудь со мной играть. Выходите поскорей. Здравствуй. Ого-го, Эли-ли. Кто здесь? Я здесь. Кто? Ты? Эхо. Здравствуй. А ты где прячешься? В дупле? В кустах? Ой, я, кажется, догадался. Это ты уже играешь в прятки? Нет, я не прячусь. Просто у меня нет тела. Я невидима, как растаявшее облачко. Как же мы будем играть? А ты беги на мой голос. Если я буду едва слышно, значит, я далеко. Если рядом, хватай меня побыстрее. Но если ты как растаявшее облачко, то что же я тогда схвачу? Давай наоборот. Ты станешь меня искать. Не поиграешь. Ты ему доброе утро. И оно тебе доброе утро. Ты ему до свидания. И оно тебе до свидания. Скучно. А мое эхо говорит совсем по-другому. На доброе утро спрашивает, как живешь? Что-что? Что ты сказал? На доброе утро спрашивает, как живешь? Ага! И вообще, нам было о чем поговорить. Где же оно живет, твое странное эхо, сынок? Что-то давно я не встречал его в нашем лесу. Потому что оно невидимо. Все может быть, все может быть. А знаешь, познакомь меня с ним завтра. Идет? Ладно. Все может быть, все может быть. Эге-гей! Доброй ночи. Доброй ночи. Как живешь? Так это в самом деле ты? Я. А мне казалось, что с тобой можно говорить только в детстве. Помнишь? Помню. И я помню до сих пор твою колыбельную. Спи, сынок, спи, поспи. Тише носиком сопи, закрывайтесь глазки, начинайтесь сказки. Да, это моя песня. Жаль, что ничего нельзя вернуть обратно.
Почему? Лови. Мои игрушки. Мое детство. Спасибо, эхо!